Бхагавад-гита, как она есть, глава 2, называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты», текст 7. Как вы читаете здесь стихи? Да. Карпанья дошо пахата свабхава. Карпанья дошо пахата свабхава. Причхами твам дхарма самудха читага. Причхами твам дхарма
Причхами твам дхармат самутха читаха. Я чрея сян ништитам брухитанме. Я чрея сян ништитам брухитанме. Шишьясте хам шатхимам твам прапанам. Шишьясте хам шатхимам твам прапанам. Карпанья дошо пахата свабхаваха. Карпанья дошо пахата свабхаваха. Причхами твам дхарма самутха читаха. Я чрея сян ништитам брухитан ме. Шишьясте хам шатхимам твам прапанам. Карпанья дошо пахата свабхаваха. Причхами твам дхарма самутха читаха. Причхами твам дхарма самутха читаха. Я чрея сян ништитам брухитанме. Шишьясте хам шатхимам твам прапанам. Матаджа. Хорошо. Карпанья. Карпанья. Из-за скупости. Доша. Доша. Слабостью. Слабостью. Упахата. Упахата. Охваченный. Охваченный. Свабхаваха. Свабхаваха. Признаки. Признаки. Причхами. Причхами. Прошу. Прошу. Твам. Твам. Тебя. Дхарма, дхарма, религии, религии, саммуда, заблуждение, заблуждение, четаха, тот, в чем сердце, яд, что, шреяха, все благое, сият, может быть, ништитам, определенно, брухи, скажи, тат, то, ме, мне. Шишьяха. Ученик. Те. Твой. Ахам. Я. Шатхи. Научи. Махам. Меня. Твахам. Тебе. Прапанам. Предавшегося. Перевод и комментарий Его Божественной Милости Ачи Бхактивиданты с вами Шрил Прабхупады, основатель Ачарьи Международного Общества Осознания Кришны. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Комментарий. Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности подстерегают нас на каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали помимо своей воли. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг, без видимой причины, возникает в лесу. Материальный мир устроен аналогичным образом. Трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но он все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него. Поэтому ведические писания гласят, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Таков смысл этого стиха. Кого же беспокоят материальные трудности? Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. В Брихат Араника Упанишат о таком человеке сказано следующее.
Йова этат акшарам гарги, а видит вас мал локат прайти сакрипана, того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самосознания, называют скупцом. Человеческая жизнь – самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому того, кто не пользуется этой возможностью, называют скупцом. В противоположность ему, того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называют брахманом. «Я этат акшарам гарги, видит вас мал, локат праити сабраманага». Крипаны, скупцы, напрасно теряют отпущенное им время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Материальные представления о жизни делают таких людей рабами своей семьи, жены, детей и других родственников. В основе этой привязанности лежит «кожаная болезнь», в кавычках. Крипана думает, что сможет защитить своих близких от смерти, или верит, что семья и общество спасут его от смерти. Привязанность к семье существует даже у животных, которые также заботятся о своих детях. Будучи человеком разумным, Арджуна осознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели были причиной тех трудностей, с которыми он столкнулся. Арджуна понимал, что его долг – сражаться, однако, поддавшись слабости, вызванной скупостью, он оказался не в состоянии выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа Кришну, изначального духовного учителя, вынести окончательное решение. Он предается Кришне и становится его учеником. Он хочет прекратить дружескую беседу. Беседу между духовным учителем и учеником всегда серьезные. И Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем. Так Кришна стал первым духовным учителем, который поведал науку Бхагавад-гиты, а Арджуна – первым учеником, постигшим ее смысл. О том, как Арджуна сумел понять Бхагавад-гиту, повествуется в ней самой. И тем не менее, недалекие мирские философы заявляют, что человек должен предаться не Кришне как личности, а не рожденному в Кришне. Между Кришной снаружи и изнутри нет никакой разницы. И тот, кто не понимает этого, но в то же время пытается проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, величайший глупец. Карпанья дошо пахата свапавага, причхамит вам дарма самудха читага, ячриага сян ништитам брухитанме, шишьястыхам шатхимам твам прапанам. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Ом агена тимирандася, генанджана шалакая, чакшу унмилитам яна, тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпа Тарупьяшча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паваныпьо Вайшнавепьо Намо Намахам Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Седьмой стих, очень важный стих. Он один из стихов, которые надо знать обязательно, наизусть. Ну, для тех, кто хочет изучать Бхагавад-гиту, это один из важнейших стихов. В начале Бхагавад-гиты, еще введение, Прабхупада объясняет два условия, два качества, при которых человек сможет понять Бхагавад-гиту. Одно условие – это нужно принимать Кришну верховной личностью Бога. Другими словами, то, что написано в Бхагавад-гите, нужно принять как
истину, абсолютную истину. Ну, иначе смысла читать нету. Тут довольно кардинальные вещи написаны. И Прабхупада говорит, что хотя бы теоретически нужно поставить себя в положение, что хотя бы теоретически я принимаю, что Кришна – Бог, а все, что Он сказал, это правда. И даже при таком формальном, теоретическом подходе к изучению Бхагавадгиты какое-то знание уже будет проникать в сердце. То есть я поставил себя, ну, просто концептуально в какую-то позицию, ну, вот он говорит, это правда. Почему это так? Потому что Бхагавадгита – это веда. Веда – знание под названием Апаурушея. Апаурушея означает, как это, без изъянов. То есть оно совершенное. И как это проверить? А проверить это можно только практически. Практически. Ну, такое вот знание, веда. Чтобы включить свет, надо нажать на выключатель. Как это проверить? Нажать на выключатель. Вы слишком категоричны. Но надо нажать на выключатель, иначе не поверишь. Надо опыт приобрести. То есть доказательство веды приходит через личный опыт. И, как правило, ну, этот опыт не говорит вам о том, что вы сразу должны от всего отречься, избавиться от всего и так далее. Начать с небольших вещей, которые ты можешь проверить на личном опыте сразу же. И это есть. Это есть. Постижение науки самосознания. Мы идем шаг за шагом, ступень за ступенью, в каких-то реализациях, в понимании каких-то вещей, в развитии личных качеств, таких как терпение, смирение, аскетизм, чистота, милосердие и так далее. Их много, качеств. Избавление от вредных качеств, которые нам мешают жить, собственно говоря. Наша зависть, наша гордость, злость, вожделение, как чесотка мучает. Да? Но вот эти вещи, они мешают жить. И разумный человек это понимает. И так мы пришли ко второму качеству, которое необходимо для того, чтобы понять Бхагавадгиту по-настоящему. Это качество, некоторая пресыщенность материальным существованием, какое-то разочарование. То есть у человека должен реально, ну, лампочкой засветиться в голове вопрос о цели жизни. Для чего я живу? Для чего все это? Для продолжения рода, а продолжение рода для своего продолжения рода и так далее. То есть какой-то смысл лично для меня, личностный смысл, он должен быть. Иначе я запутался, я не понимаю, что мне сделать. И это, как правило, в жизни человека проявляется как, ну, довольно трудное положение. Либо это трудное положение, ну, чисто физически, да, мы знаем, что к религии, как правило, приходят люди, у которых, ну, не все в порядке. Я, конечно, не про здесь присутствующих. Я уверен, что здесь у вас-то все в порядке. Вы просто очень разумные люди. Вот. Но так бывает где-то там, что к религии приходят люди, которые, может, не очень успешны в материальной жизни. Зато у них появляется шанс серьезно задаться вопросом о вообще смысле этой жизни. И иногда это бывает также в зависимости от какого-то определенного благочестия внутри человека, что это не ситуация внешняя, да, сложная, а просто внутри уже вот это несоответствие возникает у человека в сознании. Он не может жить уже так, как жил раньше. У него, может быть, и все хорошо, как, например, ученики Шрилы Прабхупады первые. Очень большая их часть были весьма-весьма состоятельными людьми из состоятельных семей. Шачинандана с вами, например, да, все любят его киртаны. А у него друзья, вот кореша, Роллинг Стоунс были тогда. Он там дебоширил на их концертах. Ну, с ними же тоже. Или Говинда Махарадж, у которого Элвис Пресли просто как старший брат был. У него отец был радиопродюсер. И, ну, то есть много-много примеров. Джайпатака Махарадж тоже не нищенствовал до Хари Кришны. Тем не менее, все они чувствовали вот эту вот безысходность, безнадегу простого материального существования, что в этом что-то не так есть, что-то вот, ну, как бы, а где же смысл? И вот, это уже большое благочестие, то, что мы сейчас говорим, про вот внутреннее состояние. Это человек уже, видимо,
наелся, или он уже занимался духовной практикой, что у него сейчас это возникает внутри, такое состояние. Вот. И Арджуна для того, чтобы была восстановлена Бхагавад-гита, на тот момент она оказалась утраченной, знание Бхагавад-гиты, он был введен Господом в такое специальное состояние, как мы с вами примерно. Он стал начинающим преданным. Он был, он и есть друг Господа, ну, чистая душа, совершенно преданный. Но для того, чтобы поведать Бхагавад-гиту, он должен был попасть в такой вот налет материального сознания. Он преданный, но вот он как бы задает довольно интересные вопросы, которые актуальны для нас с вами. Чтобы это знание было проявлено. Знание Бхагавад-гиты, оно для нас актуально, потому что оно пять вещей описывает. Первое – это, конечно, джива, то есть кто такое живое существо, кто мы такие. Описывает. Описывает и дает практику, с помощью которой мы непосредственно сможем себя ощутить душой. Пратьякша вагамандхарме. Пратьякша – непосредственный опыт. Мы можем логически думать, да, я не рука, я не нога, я не тело, да-да-да, я не ум, все понятно, я знаю. Нет, это еще не знание. Это вектор, указание на знание, что вот так вот думает человек, который, ну, джива, который ощущает себя душой. Но чтобы самому это прочувствовать, нужна некоторая практика. И вот Бхагавад-гита дает как знание, информацию, так и практику, с помощью которой мы можем почувствовать себя душой. И вот почувствовав, вот это уже можно сказать, я знаю, это знание. Гьяной называется знание теоретическое, ви-гьяна называется знание уже реализованное, практическое. Также Бхагавад-гита описывает Ишвару, Бога. Кто такая душа, кто такой Бог, источник всего сущего, причина всех причин, абсолютная истина. Как Чайтанья Чандрачаран Прабху рассказывал, что он разговаривал, ну, с журналистами, там, ну, какая-то пресс-конференция была или что такое, и он говорит, что вот мы как бы изучаем абсолютную истину. И человек ему в ответ: абсолютная истина не существует. Тогда у него спросили: а как вы думаете, что это такое? И он сам для себя не смог найти, ну, определение, а против чего он сейчас выступил вообще. Но веды дают очень простое, ну, утверждение, что абсолютная истина – это причина всех причин. То, из чего все и зашло. Источник всего, вот так скажем. То есть абсолютная истина, да, это что такое? Это может сначала показаться, я помню, когда первые разы слышал, что духовная наука, духовный учитель, он откроет вам все знания. Я думал, я что, сразу все формулы выучу или что это такое? Но я еще школьником был, когда я первый раз услышал это. Поэтому меня сразу на формулах потянуло. Вот. Но в первую очередь это знание о том, кто я такой, и причина всех причин, абсолютная истина. И Бхагавад-гита утверждает, что это Ишвара, это верховная личность, что это Бог, это личность, хороший человек, в принципе, что у нас с ним есть отношения, и эти отношения, ну классные. Ну, любим мы друг друга, на самом деле. Очень хорошие отношения. Только вот мы без него тут решили поиграть в материальной природе. И описывает Бхагавад-гита третье. Это что такое материальная природа, как она работает? Где мы тут играть-то собрались? Что это такое? Из чего состоит? Да? Три гуны материальной природы описываются. Как они взаимодействуют? Как создают эту домовую завесу, иллюзию, в которую мы погружаемся? Ну, вот играем. Мы хотели порулить без Бога. Вот вам машинка. Вот она. Хотите прекратить играть в машинку, узнаете, как она работает, узнаете про меня, все узнаете, и тогда перестанете. Вот надо узнать, как работает материальная природа. Что такое карма, что такое действие? Это четвертое. Как это все взаимодействует во времени. И время – это пятый элемент, который описывает Бхагавад-гита. Вот пять вещей. Джива, Ишвара, Пракрити – природа, карма – деятельность и кала – время. Очень важные вещи, в принципе, все эти вещи нужно знать для того, чтобы гармонично развиваться в духовной жизни, чтобы быть серьезными и чтобы иметь твердую основу для того, чтобы развивать отношения с Богом. Потому что если эти пять вещей не будут гармонично нами узнаваться,
тогда у нас большая вероятность того, что мы будем заниматься самообманом. Либо это на поверхности ума сентиментализм, принимаем слишком дешево и легко Бога как личность, ты мой Кришна, я твой тоже кто-то, вот, мы любим друг друга, любим. И воображение – сильная штука, может сыграть злую шутку. И есть целые направления, как это, сампрадая, апа-сампрадая мы называем, которые вот довольно странно выглядят, где бородатые мужики одеваются как женщины, как гопи, еще что-то. В Индии такое иногда можно встретить. И знаете, такие с папиросками в зубах, вообще забавные ребята. Перегиб. Либо перегиб может быть в философскую сторону. Называется гьяна, санкья, другими словами, когда человек пытается собственным умом и разумом понять непостижимого Бога. Но все это знание нам дано не для того, чтобы мы просто его решили понять, с наскоку взять и понять Бога, а для того, чтобы мы могли правильным образом свои отношения с Ним выстраивать. Просто нам дается какой-то для нас нужный объем информации, который мы должны усвоить для того, чтобы занять свое естественное положение. И тогда душа будет полна знания, как изначально, но полна не так, как Бог полон, потому что Бог полон знанием бесконечно, а душа полна сама в себе знания. Знаете, как есть океан, а есть стакан. И полный стакан, вот он полон воды сам в себе. Вот и душа такая, она же маленькая частица Кришны. Качественно она подобна Богу, она тоже любит, она тоже светлая, знающая. Но поскольку она маленькая такая, полный объем вот этого всего, как вот Кришне, не надо. Для того, чтобы она просто должна занять свое место в отношениях с Богом, в отношениях, кто она там. Разные есть отношения, есть разные расы с Богом. Как был ретрит вот в Ладейном поле, и там буквально 1,5 километра от той базы, где мы были, Александра Свирского монастырь. Мы ходили туда, на парикраму. Там мощи лежат, там святые мощи, они 500 лет лежат. Благословение можно получить. И там была экскурсия, и монах проводил экскурсию. И кто-то из непредные, люди просто приезжают на автобусах и спрашивают, а что же вы там будете делать-то, в духовном мире-то? Человек поверхностно изучал какие-то там писания, Евангелие или что. И монах так даже удивился, говорит, как что? Вечно славить его тоже, что и здесь. Вот у них такая обхава, как на Вайкунхе, вечно славить Господа. Это настроение духовного мира. Но на Кришналоке, где Кришна не просто Бог в погонах, всемогущий и всеблагой, он там более близкое живое существо, он там друг, иногда весьма шкодливый, он там возлюбленный, он там сын чей-то, он проявляет больше отношений, больше вот этих вкусов в отношениях со своими преданными, он там дома. Так описывают ачарьи. Вообще, зачем я про это сейчас начал говорить? Сейчас я вспомню. В трудное положение то, что Арджуна был поставлен для того, чтобы была проявлена Бхагавад-гита, собственно говоря. Я просто далеко ушел. И вот он проявился как преданный неофит Арджуны для того, чтобы Кришна ему все это поведал. Трудное положение. Арджуна – близкий друг Кришны. Вот его раса. Он близкий друг Кришны. Но в таких условиях духовное знание, оно кажется неактуальным. Если у меня все хорошо, 5-й Lexus, и я постоянно сыто-пьяно, и мне ничего не надо, то у меня нету актуальной, насущной потребности в духовном знании. Кришна не сказал: «Арджуна, поехали на Багамы, там за бокальчиком коктейлей, я тебе поведаю, друг мой, Бхагавад-гиту». Нет, он поставил его в очень сложную ситуацию. На материальном уровне она неразрешимая. Он кшатрий. Его долг рубать всех в капусту. А рубать приходится родственников, учителей, людей, которых он любил. Там были люди, которые спешили на эту битву за него воевать. Но так случилось, что Дурьотхана подстроил некоторые козни, и
им пришлось обещать быть на другой стороне. Ну, вообще, очень любящие друг друга люди, вот так, на разных сторонах. И он не может, ну, как бы, он не хочет с ними воевать. Он приводит определенные доводы, что это и грех, что и сострадание к ним должно быть какое-то. Я не хочу их убивать, это грех. И традиции порушатся, и вообще это противозаконно, наверное, говорит. Он приводит так какие-то определенные цитаты из шастр, даже, похоже, он там уже заготовил для Кришны. И это ситуация безвыходная. И только потому, что вот Арджуна был вернут в состояние материалистичного преданного. То есть он находился в тот момент на уровне сознания материалистичным, на уровне тела и ума, мысли. Вот на этом уровне наши проблемы неразрешимы. Они будут неразрешимыми проблемами. На этом уровне нет выхода из той ситуации, в которую попал Арджуна. Единственное, что его отличает там от неофитов, от настоящих, таких как мы, он-то был поддельный неофит. Вот. Нас какие-то трудности, да, в нашей жизни, духовной жизни, они немножечко так могут от Бога-то отшатнуть. А когда мы там уже придем в себя и что-то попробуем, можем вернуться обратно. Так вот, его трудности на его духовном пути, они сделали его ближе к Кришне. И он пришел сразу к нему и предался. Говорит: «Кришна, ты, конечно, мой друг, но вот у меня вот такая проблема, теперь ты мой гуру, теперь вот наставляй меня». То есть вот его преданность настоящая, она даже через это проявилась, что она ближе его сделала к Богу. Вот. И причина его скорби, материальное сознание, вот она и проявилась в его аргументах, которые он предъявил. Первое, он, конечно, очень это сострадательное сердце преданного, но материалистичного преданного. Он смотрит на всех, как на тела. И ему жалко убивать родственников. Ну, жалко, им больно будет, говорит он Кришне. Ты не понимаешь, им же больно будет. Он там Бхишма стоит, он мой учитель, дедушка, Дроначария и так далее. Я не хочу делать им больно, потому что, ну, ты меня заставляешь воевать, а Арджуна, нужно понимать, это, ну, главная боевая единица пандавов. То есть, если он начнет воевать, больно будет всем. Он говорит: я не хочу, я сострадательный. Он приводит еще аргумент, что если сейчас я их всех здесь уничтожу, то мне-то от этого радость какая? Я-то как наслаждаться буду вообще? Я же их всех... Я вот воюю для того, чтобы им было хорошо. Ну, вообще, принципиально, я кшатри. Но если я их убью, ради чего? Как я наслаждаться-то смогу? И так обычно приводится смешной пример. Ну, как смешно, он, конечно, не смешно. Когда человек ради того, чтобы получить квартиру, бабушку свою убивает, и знаете, там все это, обои в крови, там все, и он сидит и думает: да, вот квартиру получил, как же теперь жить-то здесь? Все ж обои в крови. Вот он не хочет такого счастья. Также он приводит доводы по закону, что: Кришна, ты, похоже, хочешь, чтобы я воевал ради материального счастья? Так это же артха-шастры, низший уровень шастр. Я хочу как падхарма-шастрам, вот как падхарме. Тебя по щеке, ты вторую подставляешь. Ну, вот как вот Иисус завещал, Арджуна вот так вот хотел, что, мол, ты не понял меня, что ли, Кришна? Ты мне вот как бы по низшему разряду, зуб за зуб, как это, как Старый Завет учат. А я вот по-новому хочу завету, как дхарма-шастры говорят. Вот еще один был такой аргумент. И еще один аргумент, который он приводит, это то, что если я убью всех этих лидеров общества, то общество будет развращаться. Женщины будут без защиты. Когда они остаются без защиты, им приходится действовать хитро, соответственно, женской природе. Их природа будет развращаться. Ну, все. Общество покатится тартарары. Будет население, которое называется варна-санкара. Люди, это по-разному переводится, но санкара означает смешанное, смешанные варны. Люди рождаются, и они не знают, кто они вообще. Они кто? Брахманы, кшатри, шудры. Вот он сидит после школы и думает вообще, в какую путягу мне идти учиться. Я вроде дерево люблю поточить, а вроде я и художник великий, а вообще-то мне электроника нравилась всегда. Понимаете, варна санкара, у него перепутанные все варны. Он и поруководить хочет,
ответственности нести не хочет, как это говорят, да, он как хочет руководить как кшатри, быть богатым как вайшья, быть разумным как брахман и не нести никакой ответственности как шудра. Вот это варна-санкара, и от них только проблемы. И это мы с вами были до сознания Кришны. Сейчас мы пытаемся как-то исправляться. Вот такие вот приводит он аргументы. И дальше, я сейчас, это затравка, чтобы для следующих серий. Дальше Кришна будет пункт за пунктом все эти аргументы разбивать. Потому что все эти аргументы, суть, имеют основу на материальном сознании. Он смотрит на всех, как на тела. И в этом причина скорби. И в этом причина наших проблем. И здесь говорится, что для того, чтобы решить все эти проблемы, необходимо обратиться, как Арджуна, к истинному духовному учителю. И он решит все наши проблемы. Вот все. Вот у тебя кран на кухне, допустим, капает. Прими духовного учителя. Вот как ты думаешь, как он решит тебе все проблемы? Похоже, что не будет, тем более, если у него там тысячи учеников. У Бхактисиддханты Сарасвати было 60 тысяч учеников. Я думаю, он не бегал с этой самой, с разводником по квартирам, если у них там кран капал. Он наделит разумом, который способствует ремонту этого крана. Ремонту крана. Даже глубже бери. Свет, бери глубже. А гуру дает такое сознание, такую точку зрения, такую парадигму, что эта проблема перестает восприниматься как проблема. Потому что эта проблема может казаться только если мы находимся на материальной платформе сознания. Задачи в нашей жизни будут оставаться. Но это лишь задачи, которые надо решить. Это мой долг. Проблемы нет. Фактор страдания уходит из жизни человека, который понимает свою духовную природу. Ты спал, 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 тебе снился ужасный сон какой-то. Мучился, страдал, еще что-то. Ну, бывает такое, когда человек болеет, допустим, ему всякий бред снится. И вот он чуть-чуть хотя бы проснулся уже там. И сон еще вроде как продолжается, он видит его, но он уже где-то краешком мозга понимает, что он спит на самом деле. И какое облегчение сразу приходит. А, ну ладно, ладно. Жуткие монстры, снитесь дальше, ладно. Я уже понимаю, что это сон. Страдание уходит. Остаются задачи, проблемы, которые были как страдания, теперь перерастают в категорию исполнения долга. Для чего? И почему Арджуна, это родственные вопросы, для чего нам долг, и почему Арджуна так смело называет себя скупцом? Скупцом, Прабхупада описывает, он здесь себя называет, потому что скупцом называют человека, который имеет что-то драгоценное и не использует это. Да? Так вот, мы имеем человеческую жизнь, и если мы не используем эту возможность свободного сознания, разума, у нас много энергии в форме разума, использовать для решения проблем жизни и смерти, то мы скупцы. И при чем тут долг? А вот при том тут долг, что у нас есть определенная, ну, наработанная миллиардами жизней природа, определенный набор качеств, штампов, поведений, там, мировоззрений. Это называется на санскрите свабхава, мое настроение. Именно вот эта бхава, она переносит нас из тела в тело. Вот именно определенное умонастроение, которым проявляется в форме каких-то мыслей, каких-то неосознанного поведения, реакций, желаний. И эта свабхава, она не отбрасывается, ее невозможно отбросить. Душа, она вечно деятельна, и пока мы обусловлены, мы будем деятельны в этой природе. Так вот, смысл духовной практики заключается в том, чтобы эту природу не отбросить, а занять для очищения. И занять мы можем ее, соответственно, исполняя долг, который налагается шастрами на такое-то сочетание вот этих вот свабхав. Кто-то родился, как Арджуна, кшатрием. И он говорит, я скупец, я не хочу сражаться. То есть, другими словами, он говорит, я не хочу выполнять долг, мне тяжело это делать. Помоги мне, Кришна. И мы должны исполнять свой долг. И у нас много долгов. У нас долг духовный, у нас долги социальные, долги родственные. И все это долги, которые мы обязательно должны
должны исполнять для того, чтобы наша природа очищалась. И более того, мы должны исполнять именно свой долг, а не какой-то другой. Дальше Кришна будет говорить в Бхагавад-гите здесь же, что лучше исполнять свой долг несовершенным образом, чем чужой в совершенстве. Например, кто-то по природе, по рождению, сейчас сложно об этом так вот применить, может быть, в нашей действительности Петербурга, поскольку у нас нет Варнаши, мы так хило представляем, что это такое. Но в общем целом можно как-то на себе сосредоточиться и для себя эту информацию на себя примерять. Что, например, кто-то шудра, он рабочий человек. То есть он по качествам такой. То есть он не хочет нести ответственности. Он, если ему дать волю, довольно ленив и распутный. Но вот он как бы может работать и хорошо может работать, как-то вот копать, я не знаю, еще что-то. Ну, простая деятельность какая-то. Но при этом он довольно хитер умом и может торгануть с хорошей прибылью. Сам принцип того, что он может торгануть, не делает из него вайшьи. Вайшьи – это человек более высокой ответственности. Это человек, который может взять ответственность за того же шудру, за землю, за торговлю, за коров. Он ответственный. И у него есть определенный набор вот таких вот качеств, которые делают его вайшьи. Шудра этих качеств не имеет, но просто может торгануть. Хорошо. А вот копать у него получается плохо. Так вот для него будет горем, если он будет торговать удачно. Потому что, во-первых, его гордость будет расти, он будет деградировать. Все деньги, которые... Ну, на что может потратить деньги шудра? Ну, понятно, на что. Там долго думать не надо. Он на это и пустит, на все. То есть со всех сторон плохо для него. Но если он будет, ну, несовершенным образом копать, да, его там будут понукать, еще что-то, но он над своими проблемами, ну, в своем сердце будет работать, над этим будет работать. Он будет вырабатывать те качества, которые ему помогут, в конце концов, вырваться за пределы, ну, вот, телесной концепции жизни. Он будет развивать терпение, ну, как минимум, да, какое-то терпение, смирение, аскетизм. Ну, что-то такое будет нарабатываться со временем, что позволит ему в дальнейшем подняться на ступень выше. И если человек исполняет свой долг, ну, совершенным образом, то он прогрессирует достаточно быстро. А если он еще занимается духовной практикой, например, ну, воспевает святые имена Господа, и есть разные практики, но в Кали-югу сейчас, вот мы проповедуем сознание Кришны, что по милости Господа Чайтани, воспевание Хари Кришна Махамантры – это наимощнейший метод для очищения нашего сердца, для очищения сознания, для того, чтобы наш разум был очищен. Мы смогли бы очень быстро прогрессировать таким образом. И вот он и говорит, что теперь я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. И он таким образом Арджуна показывает, как мы должны выбирать духовного учителя. То есть для чего понятно? Учитель нам должен нам долг дать. Ну, так к учителям и ходит, да? А какое мне служение делать? А вообще, ну, какой мне ашрам принять? Там, может быть, мне вот самое, уйти из семьи или, наоборот, завести семью? Или вот что мне делать-то? И вот гуру – это тот человек, который дает знания и ягью, процесс, ну, очищение. Вот что конкретно тебе делать? Это могут быть общие наставления, а могут быть очень даже конкретные личностные, разные бывают ситуации. Также гуру может действовать через посредников, через старших преданных, через даже равных преданных. Когда Шрила Прабхупада уходил, перед тем, как уйти в 1977 году, какая-то группа учеников спросила, что Прабхупада, вы уходите, а как же нам теперь, ну, наставления получать ваши божественные? И Прабхупада сказал, там кому-то обратился к одному, говорит, будь внимателен, когда я уйду, ты можешь получить от меня наставление откуда угодно. И он так, ну, Прабхупада, вот и из подворотни собака выбежит, начнет лаять, я что, должен ваше наставление в этом увидеть? И Прабхупада очень серьезно к этому отнесся, он поднял палец и говорит, я сказал, откуда угодно. То есть, ну, вот должен видеть, и все. Вы читали это «Путешествие домой» Радханатха с вами?
как удивительный пример. Парень еще хиппи был, да? Но он везде урок какой-то. А что мне Господь хочет этим сказать? Какие-то такие, в общем-то, простые вещи с ним там... Ну, конечно, потом вообще непростые описывает. Но поначалу, когда он еще там в Европе, еще где-то, ну, довольно такие обыденные вещи. Но он везде хочет урок найти для себя. Для чего мне это? Мой путь. Он уже путь какой-то. «Путешествие домой» Радханатха с вами. Это художественная литература. Махарадж описывает свой путь, как он пришел к духовной жизни вообще, как докатился до жизни такой. Очень классная книга просто. И в наше время, ну, по-разному могут люди принимать гуру. Понимаете, раньше, там, во времена хиппи, модно было гуру, там, вот, гуру из Индии. Это значит, что я духовный человек, я как минимум, ну, не этот, не мещанин, там, ну, вот, вот бунт этот американский, да, что у меня есть гуру, это значит, что я волосатый, я не моюсь, и как бы у меня есть мантры этого. В наше время это уже другой оттенок приобрел. Мода, мода на гуру, понимаете, там, вот у меня, я выбрал себе, у меня есть мой личный, очень самый гуристый гуру, и вот он мне чакры прочищает щеточкой для кармы, ну, так вот, вот мой личный гуру, понимаете. И вот Арджуна, он здесь, ну, показывает, как гуру выбирать надо, как наставника выбирать надо, то есть это человек, наставление которого я вот, вот, вот так буду выполнять. Вот вообще вот. Вот он скажет, значит, я так и должен сделать, потому что он видит, как мне решить мои проблемы, как мне избавиться от этой скорби, от этих страданий. Наставляй же меня. То есть мы должны быть готовы, увидев по качествам, определив гуру. Здесь же в Бхагавад-гите очень много, примерно треть Бхагавад-гиты описывает качество гуру, качество чистого преданного, качество человека, стхита-дхирмуни называет он здесь, человек, который уравновешенный абсолютно в разуме. Он не гневается, он контролирует ум, чувства, он все контролирует, он знает, что делать, что не делать, что правильно, что неправильно, потому что его сознание отделено от материи. Он смотрит со стороны, и при этом он полностью предан Богу. Полностью предан Богу. Это главное качество гуру, что он предан абсолютной истине, предан Богу. Это значит, что он говорит только о Боге, что он что-то делает, что-то, ну, только для того, чтобы, ну, как-то вот в его миссии. А когда приходят какие-то... Ну, чувственное наслаждение, какая-то радость, счастье, он особо это, ну, может прийти, может не прийти, он к этому не привязан. И вот такого гуру, когда мы увидели по качествам, ведический стандарт вообще, надо предаться и все. И делать то, что он говорит, потому что он знает, как нас вывести. Тем более, что сейчас гуру, они, ну, не дают каких-то, знаете, социально неудобных наставлений. Ну, сейчас не то время, просто сейчас бы, ну, Хари Кришна закрыли уже 5 раз, если бы у нас были такие наставления, как там в древности гуру давали ученикам. Сейчас все очень тихо, все как можно больше уделяйте внимание очищению сознания, Хари Кришна Махамантры повторять. На самом деле все очень просто. 4 регулирующих принципа и 16 кругов Махамантры. А для человека, который только-только, вот он еще не понимает вообще, что такое духовное, просто Махамантра, просто надо повторять и стараться слушать, повторять и слушать. Слушать звук. Иногда задают вопрос, ну как же так? Особенно люди, которые, ну как-то немножко с религией связаны были. Как же молитвенное настроение? А как же, вот есть Иисусова молитва, там люди вкладываются, там они каются, еще что-то. Но тут смысл таков, что Хари Кришна Махамантра, она обязательно станет нашей молитвой. Но в тот момент, когда мы хотя бы ее слушать научимся, как она может стать молитвой, когда, ну, как бы, Хари Кришна, а я уже в космос полетел, понимаете? Все-таки 2 часа Хари Кришну повторять, это нужно уметь быть сосредоточенным 2 часа. Ну, кто 2 часа повторяет? Но кто повторяет 1 круг, там, 6-7 минут, ну, 10, да, прекрасно знает, что даже это время полностью посвятить слушанию звука очень трудно. Ум настолько неустойчивый у нас элемент.
Мы полностью находимся в, ну, в его власти. И вот это серьезная работа. И вот это наставление нам на всю жизнь хватит. Работать и работать. Но зато какой эффект мы будем получать с самого начала наших усилий. Мы еще можем не достичь совершенства в самом повторении святого имени. Но сами усилия, по милости Господа, Он удовлетворяется нашими усилиями этими. Он дает нам реализации, Он дает нам понимание, Он дает нам разум. Дадами Будхи-йогам, там вот как Святослав сказал, дает разум. Духовный учитель, Кришна, через сердце или снаружи какие-то наставления приходят. Нам открывается наш истинный, ну, путь. И мы чувствуем непосредственное духовное переживание, опыт, что я – душа. Так приходит к нам знание. Ну вот так вот мы чуть-чуть обсудили. Давайте, может быть, по вопросикам пройдемся. Или добавления какие-нибудь, может быть, у кого-нибудь есть. Саш, давай. Не по теме чуть-чуть. Нет, давайте по теме сначала, хорошо? Не по теме, мы сейчас успеем еще. Шакшагуру – это Кришна, а Дикши – это духовный учитель Гуру. А вот здесь так получилось, что человек не нашелся Дикшагуру. Дикшагуру не нашелся еще, да? Это как бы говорят, что плохо, то есть без как бы, его помощи ты и не дойдешь, да, до Кришны. Или как-то можешь сбиться, или еще что-то. Это можно рассчитывать, как, например, Кришна считает себя неподготовленным, и поэтому он тебе не дает духовного учителя? Ну, все очень индивидуально, бывают разные ситуации и разные пути у преданных, как они идут к Богу, как они идут домой, обратно в духовный мир. Чем Шикша-гуру и Дикша-гуру отличаются и чем они одинаковы? Одинаковы они тем, что они дают наставление, как служить Кришне, как постичь свою духовную природу, как освободиться от материальных страданий. Это общее. Что у них разного? Разная у них степень ответственности за вас. Шикша-гуру может быть много. Они дают наставления, но в принципе, вот они дают правильное наставление, но дальше вот как хочешь. Хочешь – действуй, хочешь – не действуй. Но Дикша-гуру, когда вы предаетесь ему, он дает обещание. Я тебя приведу к тому и к Богу. Вот будешь делать так, как я говорю, точно уже придешь. Это степень ответственности. Поэтому так или иначе, что Дикша-гуру, ну, будет. Есть примеры, но это уж очень как бы заоблачные примеры. Например, Шукадева Госвами, он выслушал Бхагаватам от своего отца Вьясадевы, но у него не было официального Дикша-гуру. Он не принимал, он не проходил через очистительные церемонии. Он бегал, одетый, как это, в 10 сторон света, да, и не особо был привязан к внешней ритуальной части. Но он с самого рождения и даже до был освобожденной душой. Это такой вот случай, специальный очень. В принципе, Дикша-гуру, конечно, нужен. Конечно, нужен. Потому что он как бы заинтересован привести вас домой к Богу. Он обещал. Поэтому в тот момент, когда вы, может быть, себе и слабину дали, а он не даст. Где нужно, подскажет. Где нужно, похвалит. А где нужно, поругает. Дикша-гуру нужен, тем более, что сейчас нет дефицита в Дикша-гуру. Ни в Искон, ни где-то еще. Ну, как бы есть Дикша-гуру. Просто по качествам надо смотреть и уже, ну, к этому осознанно подходить к выбору. Как развить веру в духовного учителя? Как развить веру в духовного учителя и вот его обещание? Как развить веру в духовного учителя и в его обещание, что он точно приведет, да? Ну вот как вот Мата же сказала сразу, с самого начала, что гуру – это Кришна. Поэтому у нас нет с этим проблем. Гуру – это Кришна. Все наши гуру, они представляют Кришну и Шрилу Прабхупаду. Со Шрилу Прабхупадой у нас тоже нет проблем. И это
те личности, в которых мы верим вообще без оглядки, и как развить веру в того гуру, который сейчас дает вам дикшу. Просто смотрите, насколько он чисто представляет Прабхупаду и Кришну из Бхагавад-гиты. Все, если это все чисто происходит, можно ему довериться целиком. Гуру – это прозрачная среда, он проводник. То есть его главная обязанность – соединять нас с парампарой, то есть с Прабхупадой и с Кришной, соответственно. И мы, соответственно, чувствуем это. Это не так, что мы должны в это поверить. О, когда я получу инициацию и что-то ему пообещаю, я, наверное, что-то почувствую лет через 10-15. Нет. Инициация и отношения с гуру начинаются задолго до Агнихотры. Задолго. Когда я вижу, когда меня вдохновляет личность на то, чтобы я занимался духовной практикой правильным образом, чтобы я чувствую большую привязанность к книгам Прабхупады, к этому знанию, о, это истинный гуру. И это уже инициация началась. И она также не кончается после яги. Инициация – это, ну, на каждомоментный такой процесс, то есть он до конца жизни происходит, потому что инициация – это выбор, а выбор он происходит всю жизнь. А сейчас я ученик? Ученик. А он гуру, да. А сейчас я ученик? И разные ситуации. И Кришна, и гуру нам жизнь так строят. Раз ситуацию, а ты сейчас ученик, ты сейчас к Кришне идешь, ты сейчас к Богу идешь? Да. Ну ладно, давай. А сейчас? Почему такие проверки? Потому что миллиарды жизней, мы и говорили, нет. И было бы, ну, очень самонадеянно подумать, что, ну, теперь-то я вот я книжечку-то купил, и сразу вот мне все врата раскроются. Но Богу хочется как-то убедиться вообще, насколько ты серьезен. Ты так долго нет говорил, и тут вдруг раз, так что-то подозрительно. Может, какая-то неправильная мотивация присутствует. Ну, то есть разные ситуации жизненные, они это в нас выявляют и дают нам простор для совершенствования, для самосовершенствования. Мы можем трудиться над собой внутри себя. Не будет, может быть, просто так иногда, это бывает непросто. Когда говорят про уровень анартха-неврити, что это довольно тяжелый уровень. Когда всплывают наши несовершенства, они же наши привязанности. И это уже такой уровень анархоневрити, когда обратно к матрице не подключишься, ты уже все знаешь, у тебя уже есть опыт. И выбрасывать не хочется, а нужно свое родное что-то такое. Я слышал один возвышенный преданный, я сейчас не буду говорить имя, но это авторитет в ИСКОН большой. Он сказал, что помнишь, Прабхупада такое выражение однажды, он произнес такую фразу, что «я не признаю вайшнавам того, кто не пройдет через суровые испытания». Как ты думаешь, он обязательно вот какие-то прямо суровые испытания имел в виду? И он сказал, я думаю, что он это про анархоневрити говорил. Потому что это такой непростой уровень, это тяжелое испытание будет. Следовать наставлениям духовного учителя. Но для того, чтобы эту решимость иметь, веру, чтобы веру иметь, это, ну, это просто очевидно порой бывает. Но чтобы решимость продолжать, надо дальше изучать, надо развивать в себе разум, надо изучать шастры, книги, надо понимать, как это все устроено. Для этого Кришна и поведал Бхагавад-гиту. Это называется самбандха-гьяна, то есть то основное знание, которое вот и рождает нашу решимость. Оно порождает нашу решимость. То есть, если мы слепые, если мы ничего не знаем, то откуда у нас решимость возьмется что-то делать? Ну, только что-то такое очень искусственное, там, харибол, харибол, его надолго не хватает. Для того, чтобы решимости надолго хватало, надо, ну, как бы, четко знать. Выучить 7-й текст 2-й главы, например, наизусть. Да. Да, Саш, давай. Хотим. Давай. Вопрос, ну, два. Бывает ли так, что с дикшегуру, ну, не такие личные отношения, хотелось бы развиваться? И если, может быть, уже, ну, с каким-то возвышенным преданным, но явно отношения, но по ходу дикшу он не собирается давать,
как в таких ситуациях? Просто как формально, формально что ли? Нет, нет, это неформально. Очень многие преданные, ну, не имели близкого общения со своим гуру. Даже Прабхупада со своим гуру, он, может, виделся раза четыре. Да вам это Махарадж в этот раз на Садхусанге очень смешно рассказывал. У него спросили вопрос, как вы, ну, там, ваша встреча с Прабхупадой, ваше личное общение с ним, расскажите, пожалуйста. Ну, преданному любопытно. И Махарадж рассказал, говорит, личное общение с Прабхупадой я имел один раз, когда вот перед инициацией меня подвели и сказали, это вот такой-то бхакта, и Прабхупада мне сказал вот следующее. Он говорит, посмотрел на меня с ног до головы так вот. И это было все, что сказал Прабхупада. Ну, так или иначе, он продолжает служить до сих пор Шриле Прабхупаде, потому что он получает свое общение среди равных преданных, среди своих духовных братьев. Воспринимает их как посланцев своего гуру. Своего гуру. Так и мы тоже. Шикша-гуру – это проявление нашего дикша-гуру, в принципе. Мы должны это понимать. Дикша-гуру, он устраивает все ситуации. Я не просто так это говорю. Мы можем думать, что, ну, как бы, жизнь течет своим чередом. Ничего не течет своим чередом. Мы мультик смотрим. Надо просыпаться. И если мы хотим к Богу идти, то этот мультик для нас, он по-другому показывается. И показывает нам его гуру для того, чтобы мы сердце очищали. Разные ситуации, разные слова к нам приходят, и это от гуру пришло. Однажды на каком-то тоже фестивале преданный из Дальней Ятры подходит к Бхакти Вайбхаве Махараджу и начинает описывать и прославлять его ученика. «О, Махарадж, ваш ученик, вот такой-то старший преданный, там старший преданный, видимо, ну, Махарадж его знает, он и это сделал, и это сделал. И таких вот результатов достигли мы благодаря вот его стараниям и усилиям. Ну, просто вот джай энд харибол». И Махарадж слушал, слушал, а потом говорит, ну, ты мне главное это скажи. Он хоть понимает, что это все по моей милости? И он это без ложной скромности сказал, что в том плане, что там он не пытался себя выпить, и что я гуру, там, сейчас вот флюидами начну плеваться из кончиков пальцев. Нет. Он именно как, он как представитель парампары это сказал, как от Прабхупады просто, это как, ну, как сам Кришна. Он хоть понимает, что это по милости гуру происходит. Это главное, что он хотел услышать. Не то, что он там каких-то там успехов достиг. Он может свою жизнь с гуру связать по-настоящему. Так и мы. И это, да, вот помнишь, мы с тобой говорили, это наша личная ответственность. Связывать свою жизнь с гуру. Видеть в наставлениях каких-то преданных, которые, может быть, даже несовершенны, и мы знаем, у него есть косяки, но говорит-то он правильные вещи. Моя ответственность в том, чтобы услышать Кришну через него. Так же, как Гопи Паранатхана Прабу, это преданные, которые после Прабхупады вместе с Хридаянандой Дасом Госвами комментировали там вторую часть десятой песни Бхагаватам, одиннадцатую, двенадцатую. И он все время приходит на Бхагаватам, ну, приходил, на Бхагаватам, и в Майпуре тоже. И там, ну, как бы, ну, последние годы, кто не дает, ну, они все для него младшие преданные. Особенно, если туда каких-то достаточно молодых бхакт сажали, давать Бхагаватам. Но он все равно приходил, сидел, слушал. У него спрашивали, как же вы приходите, тут молодой бхакт, пык-мык, он там еще ничего не понимает. Он говорит, ну, я же не бхакту пришел слушать, я Бхагаватам пришел слушать. То есть вот эта квалификация от Хикары. И мы должны учиться. То есть, опять-таки, вот, ну, автоматически вот так раз, прошло какое-то время, там на меня повесили погоны, еще что-то, и у меня открылись способности, я теперь везде гуру вижу. Такого не будет. Мы должны усилия делать. Мы должны самостоятельно над этим работать. Если я хочу увидеть Кришну, я должен научиться его высматривать. Это моя ответственность. Еще, может, вопросик? Есть вопрос? Вопрос там был то, что вот если шудрам как бы, как вот вы сказали, занимается деятельностью не по своей варне, то как бы, у него гордыня развивается. Угу. Как поделиться природа? Да, вот не совсем понял вот этот момент. Ага.
Не понял момент, как определить свою природу, свою свабхаву, или не понял, почему человек деградирует, если выполняет чужие обязанности, да? У каждого у нас есть свои недостатки, над которыми мы должны поработать. У каждого свои. Это ну, не просто так, что кто-то выше, кто-то ниже. Нет, есть еще кто-то слева, кто-то справа, и вообще по-разному все. Мы даже не должны друг друга себя сравнивать с этой точки зрения. Но мы должны встать, где мы упали. То есть для нас есть мой долг, конкретный для меня, который я должен выполнить. Но как бы делать-то я могу разные вещи. И мне захочется, ну, вот мне кажется, что вот здесь вот темно и сыро, и мне здесь вставать не хочется. А вот там вот, ну там светлее, там денег больше, или там уважения больше, или еще что-то. Я хочу там встать. Тем более, что у меня получается, допустим. Вот получается. И как определить свой долг? Вот это вот уже практичный вопрос. Долг определяется. Есть разные уровни ответов на этот вопрос. В первую очередь нужно понять, что долг, он приходит от Бога. Другой вопрос, как этот голос Бога услышать? Он обычно на сотовый не звонит, смс-ки не скидывает. Он приходит нам по парампаре. От гуру, от старших преданных. Либо, если уж совсем нет такого, по крайней мере, мы должны понимать, что когда мы находимся в обществе преданных, то есть людей, которые, ну, по сравнению с остальным обществом, по минимуму корыстны, в идеале бескорыстны, да, мы видим в них бескорыстных людей, потому что мы все здесь очищаться пришли, корысти нету, вот по максимуму мы так думаем, то вот в таком обществе они и видят, проявляется наша природа какая-то, и мы можем думать, ну, я вот такой, там, не знаю, там, а я лектор. А мне сзади подходит и говорит, ну, брат, ты хороший, конечно, говорилка, но давай ты вот к плите иди, вот там, пожарь сабжи, пожалуйста. У тебя это лучше получается, и для тебя, похоже, это лучше. Как был такой случай, стародавний случай, еще вот эти постсовковые времена, когда храмы были полны-переполны, и там в храм пришел преданный новый, а он был комсоргом. Ну, вот буквально за пару лет до Хари Кришны, как Хари Кришничать начал, он был комсоргом. И у него хорошо получалось, то есть он так, ну, может рулить нормально. И он пришел, и там преданный, ну, кто распространял книги, кто чего, он там в храме, пока он новый бхакта, ну, что-то делал по храму, ему попросили, чтобы он там как-то прижился. И было там такое направление, где преданные делали пирожки. Ну и там пирожки надо делать, закупать пхогу, кто-то их там продает, ну что-то такое. И он видит одни, ну, несовершенства. Но его же поджуживает, ему же надо все вот это уж порулить уже хочется. И он там и тому наставление, и тому наставление. И преданные начали обижаться, потому что качества-то нету. То есть его долг был, его оставили в храме там специально, чтобы он развивал в себе терпение и смирение. Это был его долг. Ему общество чистое сказало, и по парампаре ему пришло. Но он хотел рулить. И тогда уже президент храма к нему подошел и говорит, ты зачем сюда пришел? Ты думаешь, ты сюда пирожки делать пришел? Ты думаешь, к Кришне пирожки, вот он пирожков у него не хватает. Нет, ты сюда пришел терпение, смирение развивать. Вот, пожалуйста, будь добр. Вот, просто делай, что тебя просят, и все. Вот. Но есть более, как бы, такие непонятные вещи, которые обычно нам непонятны. Это наш социальный и семейный долг. Да? В храме там все понятно. В храме у нас очень все понятно. Там всего два рычага управления и кнопка вкл и выкл. Там все очень просто. Но вот в семейной жизни там вообще ничего не просто. Да? Но для этого есть наставники, но для этого есть гуру, для этого есть шастры, разум. Ну, все надо применять. Ни от чего отказываться не стоит в принятии решения. В принятии решения. И если есть выбор, как говорят, то и сомнение, какой же мне путь выбрать, то путь милосердия самый лучший. Милосердие – это значит, что ты идешь на жертву ради кого-то другого. Какая моя выгода, да? Вот здесь так, а здесь так. И вот там, где ты, ну, больше собой жертвуешь ради
другого человека, близкого или не очень, ну, неважно. Вот он лучше для самоочищения, для духовного прогресса. Не бросить работу, не бросить, как с семьей, там еще что-то. Вот, вот, там учебу, люди хотят учебу бросать, еще что-то. Я теперь Хари Кришна. Ну да, будешь безграмотный Хари Кришна. Все. Зачем нам безграмотный Хари Кришна? Еще вопросик можно? Все. Спасибо за лекцию. А вот как развить искренность перед Кришной и явственнее почувствовать свою разлуку с ней? Искренность перед Кришной и разлуку с ним. Ну, знаете, это такой вот вопрос, он как бы рассчитан, похоже, на каких-то махараджи, потому что это уже что-то связано с какими-то отношениями, с Богом, еще с чем, со вкусом, искренность. Но, ну, как бы духовная жизнь, вот, ну, лично, ну, как бы в моем случае, она очень простая. Она больше похожа не на развитие каких-то там супер вкусовых рецепторов, а на, ну, как бы излечение от болезней. Ну, вожделение меньше стало, о, работает. Я теперь, ну, как бы, не такой гневливый, как истеричка. Работает. Ну, все уже, как бы, вот пока так. Пока так. Как там это, искренность, Кришна, еще что-то. Ну, я Хари Кришничаю, и все так делают. Иногда как-то он откликается, и это очень чувствуется. Очень чувствуется. Есть отношения. А когда-то, ну, что... Хочется похрюкать, а надо работать над собой. И вот, ну, работаешь. То есть в основном как надо к процессу лечения относиться сейчас, вот на нашем уровне. Потому что искренность это уже какое-то качество чистого сердца какого-то уже там. А какое там, ну, просто плохо нам, понимаешь? Вот и вся наша искренность. Плохо. Грязненький я, Кришна. Ну, вроде искренний. Ладно, давай. Раз какую-нибудь милостью прольет. Какая еще искренность? То есть пока так. Просто как относиться к духовной жизни, просто как, ну, к очищению. Нам очистить сознание необходимо. Тогда будет, тогда и Хари Кришна мантра от молитвы станет, когда мы начнем слушать ее. Тогда уже будут проявляться все. Прупаде так часто задавали вопрос, что же сначала? Надо думать о Кришне во время воспевания или настроение включать какое-то, что там. И он очень просто отвечал. Он говорит, сначала станьте экспертами в слушании звука, а все остальное придет само. Со временем. То есть человек пока пытается это делать, пока он научится, он и шастру уже почитает, соответственно, у него уж там все будет проявляться нормально. Как мне сказали с самого начала, когда я пришел в первый раз в храм, что есть Хари Кришна мантра, а я уже слышал ее. А есть Панчататва Махамантра. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабхунити Ананда Шри Адвайта Гададхара Шри Васати Гора Бхактавинда. И она даже более могущественная, чем Хари Кришна. Я думаю, какая крутая мантра. И только потом я понял, что, ну, как бы, ну, что значит мантра, и что это обращение к личностям, что есть личности, есть Чайтанья Махапрабху, есть Нитьянанда Прабху. Есть Адвайта Ачарья, Гададхара и Шривас Пандит. И что это, ну, татва, определенная истина, они проявляют какое-то настроение божественное. Один в пяти. Вот Девамрита с вами на Садхусанге, послушайте в интернете, он вот про это рассказывал. Он раскрывал, кто такая Панчататва, кто эти пять личностей, и что они, ну, как бы несли в себе. И вот что это отношение с ними, что это не просто, ну, как это... заклинание, знаете, там «Джай Шри Кришна Чита», и что-то чпокает, сразу у тебя просветление. Нет, это обращение к личностям, ты, то есть, ну, реально с ними общаешься таким образом. И Хари Кришна мантра то же самое. То есть Харе Кришна, Радха и Кришна, и я к ним обращаюсь. Но если я ртом обращаюсь, а в уме я даже не могу, ну, слушать их, это такая форма божества. Есть божество, на которое мы глазами смотрим,
А есть божества, которые надо ушами рассматривать со всех сторон. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Это очень классно. Так вот, но этому учиться надо. Этому учиться надо. Тогда будет искренность. Когда вот такое сознание чистое, тогда будет искренность. Но сначала нам лечиться, лечиться и лечиться. Шримад Бхагавадгита ки, Шрила Прабхупада ки, Нитайгора Примананда хри хрибу. Спасибо большое, Хари Кришна. Группа поедет, и нужно заказывать красавчики у них.